Притча «Хвастливый тигр». Заспорили между собой звери, кто сильнее всех. «Могущественнее меня нет никого на земле», — сказал лев. «Я в одиночку всех одолею», — заявил слон. «А я гроза всего живого», — похвастал тигр. «Вы напрасно спорите и хвалите себя», — вмешались зверюшки помельче. «Человек — вот кто самый сильный на свете». Рассердился тигр. «Что это за зверь такой?» Показали тигру дорогу, по которой человек ходил. Стоит тигр, ждет. Появился на дороге свинопас. Тигр к нему. «Давай поборемся, силой померяемся». «Ладно», — согласился свинопас. «Ты отойди подальше, я Саламури достану, чедооба заиграю, тогда и начнем». Послушался тигр, а свинопас снял с плеча ружье и выстрелил. Тигр едва ноги унес. «Ну как, померился с человеком?» — спросили его звери. «Я и внукам своим накажу, чтобы, как завидят человека, бежали от него, что из духу», — ответил тигр.